Ребята, всем привет! Я продолжаю серию видео про то, что сейчас происходит на рынке. И сегодня разговор о светильниках для домашних интерьеров. Очень актуальная тема, потому что мы все вынуждены покупать те или иные осветительные приборы, люстры, там встроенные светильники и прочее, и прочее. Очень много мы везли из Италии, естественно, много из Китая. И сейчас у меня в гостях Анжелика, это магазин «Султан» в городе Екатеринбурге, но, собственно, они везде могут все привезти, поставить. И сегодня разговор с ней о том, что происходит на рынке световом. Добрый день. Добрый день. Ну что, во-первых, с главного, что сейчас вообще происходит? Вы продолжаете работать, в каком режиме и вообще что дальше будет происходить? Давайте по порядку, что сейчас происходит? Да, что сейчас происходит, могу точно и четко рассказать, да, что сейчас покупательская активность активизировалась, те, кто начали ремонт, им нужно заканчивать, и чем быстрее они примут решение, чем быстрее закончат, тем ремонт будет эффективнее и дешевле. Чем мы дальше растягиваем ремонты, тем ремонт будет дороже, потому что цены меняются каждый день, то есть нам смогут предупредить за 3 минуты и поднять цены. Цена поменяется, да. Ну, отсюда два вопроса тогда сразу же. Во-первых, вот раньше как все это выглядело? Во-первых, есть наличие, да, то есть пришел в магазин, увидел, понравилось, купил, унес. А второе, можно было под заказ, да? Угу. Вот сейчас как нужно действовать? То есть нужно брать то, что в наличии, и только так? Или все-таки можно что-то под заказ привезти? У нас регламенты обновляются в компании ежедневно, чтобы сотрудники все владели информацией, как действовать, потому что сейчас все меняется очень быстро, и важно, чтобы все знали, как мы действуем. Во-первых, у нас есть товары в наличии, то есть мы не стали раздавать матрицу, мы ее, наоборот, сократили, чтобы увеличить глубину, то есть чтобы наличие было больше, да, количество артикулов меньше. То есть у вас хороший запас складской? Да, особенно по техническому свету, потому что это основа. Технический свет, давайте уточним. Это трековые, встройка, накладные светильники базовые, да, то есть различные сценарии освещения, да, то есть это не люстра как арт-объект, это люстра как функция освещения, не люстра, а источник света. Но тем не менее люстры это какие-то вот то, что красивенькое, это есть? Конечно, это тоже есть, в силу того, что оборачиваемость по светильникам она очень низкая, и в России довольно много люстр декоративных, то есть можно, есть из чего выбрать, вот, но тоже медлить не стоит, особенно я бы рекомендовала обратиться, если у вас есть авторский надзор, либо если вы просто заказывали проект, обратитесь к своему дизайнеру и с его помощью откорректируйте, исходя из того, что сейчас представлено на рынке, выберите ту позицию, которая максимально близко подойдет к вам в проект. Не испорьте, не торопитесь, то есть да, нужно действовать быстро, но четко. Да, то есть не делайте ошибок, проконсультируйтесь с профессионалом. А то, что под заказ, вот какие рекомендации? Стоит сейчас под заказ что-то вести или не стоит? Что с поставками? Как мы принимаем позиции под заказ? Во-первых, мы работаем с лидерами отрасли, да, которые проявили себя как надежные партнеры, у которых хорошо все с финансами и со складами. А мы ориентируемся на их остатки, то есть через личный кабинет. Заказы мы принимаем из пути в Россию максимум, если он в течение 3 дней поступит. Если он в течение 3 дней, у нас срок поставки, допустим, мы видим, что сегодня у нас 11 марта, да, контейнер ожидается 14 марта, мы заказ примем. Если заказ там уже будет 15-16, мы заказ не принимаем, потому что могут быть какие-то форс-мажоры. То есть первое, ориентируемся на склад, на актуальность мы видим в онлайн-режиме и ориентируемся на ближайшие приходы. Ну а сейчас вообще кто-то заказывают на подзаказ или все заказывают. Как-то притормозили эту историю? Заказывают. А откуда? Китай? Европа? Вы имеете в виду производители, то есть Китай, Европа, сейчас никто ничего не заказывает. Все ждут. А что тогда под заказ? Это откуда под заказ? Что под заказ? Это то, что идет из фабрики в Россию. То есть то, что сейчас идет морем, там еще где-то что. То, что сейчас находится идет в пути. Не да, то, что да. На фабрике, да. А то, что именно да. Уже в пути в Россию. Да. То есть, ориентируемся на склады, которые находятся в России. На самом деле не все можно заказать. Не все можно заказать.
Не все. То есть нужно ориентироваться, что в пути, что в ближайшее время будет. И сейчас заказы вы не принимаете, которые требуют изготовления там в Европе? Нет. Мы отказываем, мы не принимаем заказы, которые требуют. Потому что мы не понимаем, как это привести. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот сейчас много производств находится в Китае. Мы знаем, что есть и свет производится в Китае. Почему оттуда не привезти? Как раз таки действительно основные производства находятся в Китае. Даже если это люстра итальянская, какие-то элементы, возможно, льются в Китае. Невозможно привезти, потому что для нас закрыто море. Закрыто море, закрыты контейнера, потому что основные перевозчики принадлежат американским компаниям, которые объявили нам санкции, и, соответственно, море для нас закрыто. Сейчас ищутся новые логистические пути, не то, что ищутся. Они уже созданы, да, то есть это ЖД-перевозки. Соответственно, если это ЖД-перевозки, во-первых, либо мы везем морем, либо мы везем железной дорогой, пропускная способность разная. Это будет увеличение сроков, уже посчитали на 60 дней примерно. И, соответственно, стоимость. То есть деньги, оплаченные 60 дней назад, пока... То есть увеличение логистики – это еще и пропорциональное увеличение стоимости как финансов. Не только то, что логистика сама дорогая, но еще и стоимость финансов сейчас очень высокая. Понятно. Но тем не менее, что вы ищете, да, эти пути, да. Ну и не только вы, поставщики. Да, наши производители, да, ищут пути, то есть мы не занимаемся. Ну, в какой прогноз-то у вас? То есть, вот, может, сколько времени должно пройти, когда это все устаканится, и когда будет, можно будет нормально заказывать? Ну, хорошо, не сможем Европу заказывать, там, но сможем какой-то хороший Китай возить. А мой прогноз, опять же, то есть это мой индивидуальный, да, исходя из моего опыта, что новые поставки будут доступны в России примерно через 6-8 месяцев. Ну, то есть 2 месяца, да? Да, да, плюсом. Полтора-два месяца. Ну, то есть, и все, то есть все наладится, по вашему мнению? По моему мнению, да. Опять же, да. Если мы говорим про импортозамещение, то есть оно, ну, вроде как на поверхности, да, но, к сожалению, у нас в России нет фабрик, которые могут производить качественное стекло, хрусталь и так далее, декоративный элемент. Ну, хорошо, а наша фабрика, вот я знаю, хрустальных гусениц, например, они делают. Вы когда последний раз ставили в проект люстру? Я не ставил, потому что, ну, как бы... Не потому, что я там не хочу поставить, а потому, может быть, вся причина в том, что они плохо распиарены на самом деле. Вот, например, я знаю, в Южноуральске было, по-моему, да, вот производство стекла, то есть посуды, например, там, по-моему, даже 2 было завода, ну, то, просто о них никто не знает, их просто планомерно там убивали, уничтожали, распродавали, да, в угоду там каким-то другим предприятиям, так почему бы сейчас вот с ними как-то не наладиться, и в чем причина, или действительно нет? Или что? Или просто туда нету каких-то дорожек? Там, не знаю. Нет, действительно, производство в России есть, но оно очень маленькое. То есть про гусь хрустальный, про Богданович сейчас сказать не могу. У меня нет такой информации, да, там стопроцентной. Но то, что их на рынке не слышно, это факт. Есть 2 небольших завода, которые выпускают LED-продукцию. Да, конечно, они получат гранты, но... Их уровень диодов еще, ну, далеко, ну, очень сильно отстает, да, то есть у нас нет таких технологий. Что касается, там, допустим, есть очень классные компании, там, но они нишевые, они маленькие, которые льют стекло, которые делают действительно очень красивые вещи. Но сейчас, сравнивая цены импортной продукции, да, и вот их, несмотря на то, что они нишевые, уже... Ну, есть смысл их вводить в ассортимент и заказывать, да, то есть мы рассматриваем, мы ведем переговоры с местными производителями, да, у них ограничены мощности, соответственно. Но они есть? Но они есть. И ориентация на отечественного, да, производителя, она случится, и вы ищете их, да? Да, мы их ищем. Ну вот у нас, я знаю, Вишня, например, Вишня, есть компания. Да, да, Вишня, Глазборг, то есть, ну, вот Вишня и Глазборг, потому что у них все хорошо с дизайном, все хорошо, да, с технологиями, да, они молодцы, развиваются, да, 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 да. Но если все дизайнеры 25 тысяч в России обратятся там в Вишню, конечно, они не справятся. Ну ладно, у меня такой вопрос, знаете, ну вот, наверное, последний уже. Вот смотрите, сейчас люди делают ремонт, да? Ну то есть вот сейчас, в текущий момент, мы понимаем, что в принципе люди уже все скупили, что там кому надо было. Ну в основной массе своей, что надо, не надо, там, в общем, все вот накупили. Кто-то приступает к ремонту, да, а кто-то вот уже вот накупил то, что есть. Вот давайте так, для тех, кто только приступает к ремонту, да,
Значит, вот им нужно сейчас идти покупать светильники или лучше подождать вот этих 2 месяцев, угу, пока все вот наладится логистически. Ну, то есть не торопиться, ведь это же тоже где-то хранить надо. Ведь непонятно, что подойдет, не подойдет по дизайну. Вот им как сейчас действовать? Бежать покупать или нет еще? Если у них есть свободные средства, нужно бежать и покупать. По той простой причине, что дешевле эта продукция не будет. Она не будет дешевле, это точно. Потому что у производителя заложен курс доллара 110-120. То есть вы можете, вот вам индикатор, да, то есть как только мы выскакиваем, повышение цен будет. То есть иногда происходит 2 раза за день повышение цен. Если есть свободные средства, надо идти и покупать, но покупать нужно с умом. Получить консультацию, да, то есть как правильно сделать, чтобы не наделать ошибок. Здесь вот очень важно сейчас не допускать ошибок, сэкономить на... Ну, а как этого добиться? Понятно, что есть консультанты в магазине. Есть консультанты в магазине, но да. Но они же не проконсультируют там по дизайн-проекту. Если еще нету какого-то дизайн-проекта и понимания, что необходимо в интерьер, то есть кроме дизайнера никто не проконсультирует, правильно? Обратитесь за консультацией к дизайнеру. То есть есть же, я думаю, что вы тоже предоставляете консультации, даже если это не готовый проект. Мы предоставляем, да. Но я вот ваше мнение просто как действует. Мое мнение, что нужно обратиться все-таки к дизайнеру. Если нет такой возможности, обратиться к продавцу-консультанту. Если нет такой возможности, там условно, да, посмотреть у друзей, ну, примерные же площади известны, да, где хорошие решения уже реализованы, и попробовать это реализовать. То есть стоит сразу вложиться все-таки, да, там, в технический функциональный свет, то, что мы говорим, встройка, накладные светильники, выбрать правильные лампочки. Может, тут сейчас стоит все-таки сделать акцент на ту продукцию, где лампы все-таки заменяются, да, несмотря на то, что мы работаем с надежными производителями, которые все гарантийные обязательства выполняют, но можно подстраховаться и все-таки рассмотреть то, что с заменной лампочкой. И что очень важно, много же важного в деталях, да, то есть вот если вы даже выбираете просто лампочки, выберите их, пожалуйста, хорошие, чтобы был высокий уровень CRI, потому что свет, он влияет на наше психоэмоциональное состояние. Ну и так непросто, да, то есть очень важно, чтобы свет был комфортный и чтобы вы пришли домой и вам было хорошо. Спросите, какая лампочка, какой угол освещения, какой тут CRI, какая пульсация, теплый свет, дневной свет, ну, для чего он нужен? Я замечал, что в магазинах и даже в хороших магазинах об этом никто не рассказывает, к сожалению. Поэтому, в общем-то, это на ответственности, наверное, самого покупателя задать этот вопрос. Да, задайте. И если на него не отвечают, то я бы рекомендовал, наверное, тогда выйти или попросить другого менеджера, или вообще выйти из магазина, пойти в другой, да, чтобы там порекомендовали в каком-то, вот. Если есть вопрос, средства, вот, нужно покупать. Но, да, нужно покупать сумму. Да, вот сейчас про тех людей, которые накупили все это дело, и сейчас, ну, как бы вот это сейчас все лежит. И я даже сейчас знаю уже случаи, что они не знают сейчас, что с этим делать, потому что вроде как вот эта люстра сейчас мне не подходит. Она там либо слишком большая, либо слишком маленькая, либо не светит вообще. И что сейчас с этим делать? То есть дальше-то что? Вот этим, какая есть какая-нибудь рекомендация от вас? Может, какой-то обмен существует в магазине? Я не знаю, там, может быть, где-то продать, можно купить новые. Вот. Вот такой вопрос. Обмен, да, существует, тем более мы работаем с нормальными производителями, то есть мы не привозим то, что мы потом не можем реализовать, мы не привозим заведомо то, что мы не сможем обслуживать. То есть мы готовы рассматривать варианты замены, особенно если это от наших основных производителей. Если, конечно, нас уговаривали, привезите нам индивидуальную люстру, сделанную под нас, 100%, что мы ее не примем. Да. Может быть, под реализацию? Нет, никаких под реализацию, потому что торговые площади, они тоже стоят денег. То есть, мы сжимаем расходы и делаем лучшее предложение клиентам, поэтому у нас нет возможности раскидываться скидками. Поэтому 100% предоплата. Потому что, поверьте, вот мы взяли с вас 100% предоплату, пока банковский день, эта оплата идет до производителя, деньги уже стоят не 100 рублей, а 95. Вот, поэтому не даем скидки, берем предоплату 100%, но зато мы на данный момент гарантируем исполнение всех наших обязательств. То есть, что мы не можем сделать, мы говорим сразу, мы не можем это сделать.
Давайте смотреть другие варианты. Ну, в общем, отсюда вывод такой, то есть сделать хотя бы какой-то маломальский там планчик хотя бы на коленке, с ним прийти уже в магазин и взять из наличия то, что, в принципе, сейчас есть, существует. Вот ваш склад, на сколько времени примерно будет, ну, насколько он заполнен продукцией? По техническому свету сейчас сложно сказать, если бы это было в текущем, ну, как обычно мы продавали, да, то он примерно на 8 месяцев. А учитывая, что за последние 2 недели мы продали как за 3 месяца, гарантировать не могу, что это будет действительно там складской запас на 6 месяцев. Потому что наша задача очень быстро обработать тот поток и четко выдать, совершить меньшее количество ошибок. Потому что реально, там, когда ты за неделю продаешь то, что ты раньше продавал за 5 недель, тут очень важно не ошибиться. Ну, почему я еще к вам опоздала? Потому что на улице в пробке люди нервничают, они совершают ошибки. То есть очень важно весь этот поток переработать четко и грамотно, поэтому никаких индивидуальных заказов мы не принимаем. То есть нам важно выполнить то, что мы можем выполнить. Ну, спасибо. Остается только пригласить вас через 2 месяца, через 1.5, чтобы еще раз обсудить ситуацию и понять, что как-то все это наладилось или нет. Но на этом все. Если у вас будут вопросы, друзья, то пишите в комментариях, я их переадресую. Да, я отвечу с удовольствием. Да, ну, в принципе, Инстаграм есть в описании, я оставлю. То есть туда тоже можете писать вопросы, задавать. На этом все. Пока. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы увидеть следующее видео. Пока.